Прояви себя. Покажи себя. Расскажи, на что ты способен с музыкой без проводов. Беспроводные акустические системы в «Цитрусе» от 499 гривен. «Цитрус» – музыка там, где ты. Всем привет, это «Гаджетариум», и с вами я, Руслан Самоваров. Сегодня я расскажу вам про беспроводные колонки «Дивум». Уходят те дни, когда техника соединяется друг с другом с помощью кабелей. Все мы слушаем музыку в течение дня, когда готовим, делаем барбекю, отдыхаем, работаем или занимаемся спортом. Со времен появления первого устройства с Bluetooth в 98 году прошло много времени, технология стала позволять передавать звук высокого качества и сделала возможным создание беспроводных колонок, не уступающим своим проводным собратьям. Компания Divum выпустила целую линейку Bluetooth колонок разных размеров и возможностей, яркой расцветкой и демократичной ценой. Также есть влагозащищенная модель, которую можно брать с собой на море или в бассейн. Все сделаны в едином стиле и радуют хорошим качеством звука. Колонки способны проработать от одного заряда аккумулятора около 8 часов. В топовой модели OnBeat 500, кроме Bluetooth, есть NFC, позволяющий подключить устройство с NFC, даже ничего не нажимая. Протестировать беспроводные колонки Divum можно в сети магазинов Citrus, а также на сайте Citrus.ua. Если вас интересует более подробная информация о данных устройствах, ее можете найти в ссылке в описании под этим видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также на мои страницы в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. Напоминаю о том, что мы выпустили приложение Citrus для Android устройств, там где вы можете выбрать интересующий вас товар, посмотреть ассортимент, узнать о акциях и посмотреть видео Гаджетариум. Качайте и пользуйтесь! Хорошего дня и яркого настроения. Пока. Citrus, гаджеты и аксессуары яркого настроения.